Продолжение темы. Бездумная политика Запада на Украине стала причиной всех бед этой страны. Вот так пишет Кристофер Букер, эксперт по политике ЕС в британской The Telegraph. Была только одна причина, по которой зимой 2013-14 на Украине разразилась трагедия, рвущая ее на части. Это попытки ЕС, подталкиваемого США, включить Украину в свою постоянно расширяющуюся империю. По мнению эксперта, ошибки Запада стали причиной катастрофы и гарантированного усиления пророссийских настроений в восточной части страны. К этому привела попытка управления Украиной со стороны руководства Евросоюза в Брюсселе. И совсем уж безумием эксперт назвал западные обвинения России в агрессии в ответ на воссоединение Крыма. Такое разжигание ситуации может привести к тому, что Киев потеряет и восточную Украину, указывает британский эксперт.